Вот, хорошо. Значит, будем мы это самое. Да, я посмотрю сейчас, Антон, просто уже. Не туда нажал. Ну ладно, все нормально, например. Ну ладно, рассматривай потихоньку к нашему ГАИ приближаюсь. Вот. Ну что, иду потихоньку пиво пью. Ну давай. Ну нормально. Ну давай, Антон, смотри, удачи тебе. А чё удачи? Мне тут до дома осталось сколько? Ой, не знаю, ну, может быть, метров 300. Сейчас посмотрим, например. Чё? Какие-то девки тут пляшут, блин, интересные ролики, например. Девки пляшут? Нет, чё-то тоже не помню. Ну ладно, пускай, так и пошлём. Всякие. Не знаю, но в общем... Да, принято. Я там отписал, что принимаю дружбу и все окей, например. Ладно, хорошо. Сейчас домой приду, тогда я на то. Вот, ладно. ДБЛ, ДХЦ, блин, даже времени не знаю. И телефон смотреть. Ладно, давай, спокойной ночи. Ну, это я могу сказать точно московское время. 23:41:35, например. Нормально, хорошо. Так в Луди запишу. Так и запишем. Да, все, ладно. Давай, спокойной ночи. Пошел я туда, в общем-то. Уже 100 метров прошел. Вот видишь, как хорошо. Хорошо, Антон, давай, смотри, удачи, зачем. Ну все, до связи. ДБЛ, ДХЦ. Питер, блин, тишина. Почему? Кто здесь? Десна. Кто? Десна. Кто такая Десна? Не знаю такой Десны. Как и вы. А чё как и вы? А позывной есть что ли? Дома забыл. Ну вот получайте разрешение и забывайте дома. А вы всё огородами. Ну а чё нам делать? Имеем право. Вообще с таким позывным лучше 16 канал в Сибири работать. Или на 433 куда-нибудь 075. Но только не на их что-то.
RZ3DEM, RZ3DHC. RZ3DHC, RZ3DEM. Вечер добрый. Принимаю вас в репитере 5-8, Игорь, Кашира на приеме. О как, надо же. В Кашире репа появилась. Ну, надо же. Понятно. А здесь Троицк, точнее уже город Москва. Зовут меня Тони. Тамара Ольга, Николай Иван, прием. Скажите, вот транзитный багаж привозили в какой багажник? Во второй загрузили, да? Хорошо. Три, до встречи. До свидания. Вообще тепло на улице. Хорошо, удачи. Это 3DHC, пока. До Москвы идете, Антон, пешком. Кто?